Здравствуйте, дамы и господа, с вами Серега, мы продолжаем играть в Ark Survival World, хотел сказать, в 7 Days to Die, мы продолжаем играть. И я занимаюсь тем, что немножко укрепил домик, в котором в прошлой серии обосновался, и крафчу топорики, которые уже 243 левела. Почему-то сейчас плохо пошло, а так вообще прочность у них с одного крафта увеличилась там чуть ли не по 2. Так, все что ли? Ну, 244 левел неплохо, у нас осталось немножко файбера, немножко камня, немножко дерева. Я в запасе и заготовил, соответственно, сока юки, побегал, здесь все пособирал вокруг. Дерево вроде как бы все вырубил, здесь пытался настроить кольев и вообще планировал здесь немножко окопаться. Вот видите, вот эти блоки укрепил. И, кстати, я обрушил перила. Если просто перила разбирать, то... О, кстати, ваншотит, смотрите. Классно. А начинал я крафтить, когда у меня был топорик что-то 60 какого-то уровня. Два раза приходилось стучать. Смотрите, сколько дерева. А просто пытался перила разобрать. Нифига. Дерево не дают. А вот видите, если их уронить, то прям по 8 дерева за раз. Классно. Вот так вот можно дерево добывать. Подбежали к домику, перила уронили. А перила ронять достаточно просто, достаточно угловые столбики срубить и все. Да. Планировал я ждать орду здесь. В связи с чем, как я говорил, я вот здесь вот и окна укрепил уже вот так вот до металла, да? Смотрите, и дверной проем тоже заколотил, соответственно. Но это все мертвому припарке. Орда нас здесь просто разорвет, ребята. Вот эти каменные стены, вот эти коблстоун или что это такое. Это даже не коблстоун, это какая-то хрень из мягкого какого-то камня сделанная. Так, и мы с вами, наверное, движемся вот сюда. Пойдем дальше по дороге. По крайней мере, план таков. И будем, соответственно, двигаться в поисках какого-нибудь укрепленного здания. Как в прошлой части мы играли, там был полицейский участок. Атлетика, уровень 14, прикольно. Так вот, ищем какой-нибудь такой же укрепленный объект, который позволит нам пережить хотя бы первую орду. А уже в дальнейшем, соответственно, будем подыскивать что-то такое эдакое. Может быть, сами будем строить. Ну, я склоняюсь к тому, что, скорее всего, я в этой... серии, в этом сезоне, скажем так, в этом сезоне я буду строить свое собственное убежище, вообще с нуля. Может быть, закопаюсь куда-нибудь под землю, будет у меня такая Умория, проект Умория. Пойдем, говорит, через канализацию. Так, ах ты ж, блин, я патроны все забыл. Ладно, плевать, стволов все равно у нас нету, но потихонечку за собой оставляем тайники с патронами, со всякой фигней. О, фары, кстати. И аккумулятор я там забыл. Да, дела. Плевать. Плевать, просто чешем. Просто чешем. У нас шестой день идет, ребят. Шестой день. Двое суток, грубо говоря, до прихода орды. Два светлых дня, скажем так. Локации потихонечку прогружаются у нас. Так, что у нас здесь? Машинки. Пустые машинки. Ладно, окей. Погода вроде неплохая. Машин масса. Это в дальнейшем, когда мы сможем крафтить ключи. Уйди, болезный. Свинина. Пятачок. В дальнейшем, когда мы сможем крафтить, соответственно, инструменты, то... Так, туда дорога куда-то идет еще. Че там? Ладно, потом посмотрим. Движемся по главной дороге. Не отвлекаемся. Время... Время не деньги даже, время это жизнь. Оленина! Пшил вон! Тоже мне... Какая тут? Что-то локация прогружается и прям... Так, порох выкидываем.
Не, классно. Самое главное, я говорю, вот понравилось мне, как растет уровень у крафченных вещей, у того же самого топорика. Прям вообще красота. Достаточно быстро. Ну чё, ради интереса надо застрелить кого-нибудь. Ни черта не видно, куда стрелять, но... О, хавка. Пойдет. 8 банок. Бинч. Водичка. Отлично, кстати, вода. Надо бахнуть. 50% воды. Там мне ребята где-то в комментариях писали, но я что-то потерял эти серии, потерял эти ссылки. Тут у нас что такое? А, это, блин, это озеро такое огромное. Классно, можно под водой построиться. Ладно. Бинч промазал. Арчи, левел 9. Ну-ка. Пошло. Прям насквозь его пробило. Так, что-то я здесь видел такое. Что-то я видел такое, но забыл. Так, дерево берем. В принципе, так-то по-хорошему надо бы с ними возиться, надо бы вот их мочить по возможности, знаете, чтобы это же и уровень, это и все такое. О, еще патроны. Классно. Так, ползунов. Какие-то они слишком дерганые. Так, здесь у нас стекла. Нет, не нужны. Стеклянные панели. Но всегда хотел, чтобы в 7 Days свели нормальные стекла. Почему они всегда такие расколотые, мутные, грязные? Я, конечно, понимаю, апокалипсис и все такое, но неужели даже те стекла, которые изготавливаешь в плавилке, они-то почему получаются расколотые? Неужели настолько он криворукий и не может сделать нормальную форму для стекла? Ты что замер? Ну-ка. Оп. Хедшотик. Баночки. Скрэп-металл. Скрэп-металлах много, это не может не радовать. То есть, опять же, несколько стадий улучшения вот этого вот дерева ввели, да? И поэтому скрэп-металлом можно достаточно серьезно улучшить свой домик. И уже как-то чувствовать себя более-менее комфортно. Ну, у нас, в принципе, есть лук 124 уровня, найденный, который есть. Почти 2 сотни стрел, есть куча юки. И пустыня нескончаемая. О, кстати, там, смотрите, дома, что-то там. Опять заборы. Опять кладбище. Вот стоит кладбище. Ну, честно говоря, в пустыне не хочется мне жить. Как-то и на кладбище. О, там дома, смотрите, свалка, кладбище. Но вариантов как-то особых не предвидится, поэтому, скорее всего, придется мне где-то здесь и окопаться. О, кстати, там что такое? Заправка? Или что это? Что это? Ну, то, что это какой-то город, это однозначно. Ну, хоть не город, может быть, городишко какой-нибудь. Сейчас мы... Таблетки. Такое количество таблеток впору уже наркоманом становиться. А, да, кстати, и я когда зашел, я еще сдох, ребята. То есть вы как заметили, сутки времени прошло. Это время потребовалось мне, чтобы появиться там где-то далеко, где лежал мой спальник. Кстати, по поводу спальника надо скрафтить и положить здесь. Как-то это будет уже очень далеко бежать. И, соответственно, я там сдох. О, аккумулятор пойдет. Фонарик сейчас закрафтим. Так, как он там? Mobile Spotlight. Не. Крафт. Хорошо. Хорошо. Тут у нас заправка, куча топлива, куча всего. Там вон свалки вот эти вот все. И куда податься? Здание где-то я видел, он в той стороне, да? Так, давайте здесь, наверное, бенч. Вот так вот. Это забираем. Скрапаем. Так, рецепты. Это переделываем в ленту, чтобы место не занимало.
И в принципе, что у нас здесь есть? Ну вот можно пакет с кровью сожрать, чтобы тоже место не занимал. Ну-ка. Спальник. Бэк. Бэд. Что там? Бэдролл. Крафтим спальник. И где-нибудь его здесь бросим. На заправке у нас, кстати, же сейфы есть, правильно? Можно было бы проверить. Бы. Но хочется все-таки определиться, где у нас будет база. Опять же, какая-то перевалочный пункт. Бочки с бензом, все такое. Но пока здесь лутать не будем. Погнали. Вон там дома. Городишко здесь какое-то. Какое-то городишко. Свалки прям, смотрите, прям подряд стоят. Атлетика уровень 15. Да еще бы на собак бы не нарваться. Так, ты что замерла? Опа, и пошла. Мимо. Мимо. Ладно. Тачки аж друг на друга наслаиваются. Empty damage white sedan. Так. Ну здесь простые дома. Мне бы что-нибудь поукрепленней. Как-то прогружается. Все равно с оптимизацией пока что все грустно, ребят. Вот я вот смотрю, как оно все работает. И как-то грустновато с оптимизацией. Ну вот на момент прогрузки это всего этих всех дел. Здесь вообще какое-то болото начинается. Так. В тачках иногда прям можно хорошие ништячки найти. Привет, бабы! Привет, бабоньки! Как вы тут без меня-то? Видели? Стрела прям сквозь голову пролетела. Скучали? Скучали, поди. Так. Кровь можно сразу сожрать. Ну-ка. Отлично. Баночки пустые. Можно юки. Баткнуть еще. Здорово, пацаны. Бобцов ваших пострелял. Сейчас вас постреляю. Ну-ка. Тебе достанется от меня. И тебе достанется. И тебе достанется лежать. Лежишь? Молодец. Бумажки. Так. Двигаемся дальше. Ну что, неужели никакого здесь нет форпоста какого-нибудь там? Ну вот, кстати, бетонный домик, да, вот этот маленький. Можно в нем засесть. Нам же самое главное, как говорится, ночь простоять и день продержаться. Так вот. Вот это надо проверить. Яички. Яички. Эй, бабка, курки, яйки, млека. Партизан, пуф-пуф. Так, ну-ка. Свободен. Чё принес? Так. Чё-то у вас как-то многовато. Вошло? Вошло. Так, ну это, наверное, жрём. Кто-то орёт, там идут. Ну. Всё, хавки нам больше не надо. Так, время 10:30. Привет. Антибиотики принесла? А? С тобой разговаривал. Антибиотики. Лежать. Лежать, сказал. Так, вот эту бы штучку мне надо бы забрать одну. Как она? Кашлял. Извините, ребята, пришлось немножко отвлечься. Забыл, на какую кнопку интерфейс убрать. Вот. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Пошел. Да пошел ты вон. Пока проверял, на какую кнопку обратно вернуть. Спасибо.
FPS 60 показывает. Пошел вон. Тихо-тихо. Ну-ка, оружие смерти. Кия! Пойдет. Так. Готово. Движемся. Что у нас здесь? Включил FPS, не знаю, на какую кнопку выключить. Или не надо. Так, интерфейс на F7. F8. Показывает, выключает FPS. Здравствуйте. Что здесь? Книжки, рецепты. О, как круто. Так. Но книжки, рецепты, это, конечно... А мы, кстати, вот здесь прям не обоснуемся, да, смотрите? Такой вот домик. Сейчас вот мы здесь вот немножко... Кия! Кия! Да хорош, ты чё, блин, ты до... Ты должен был упасть! Фу, ты ж, блин, отступаем. Так, чё у нас? Как-то прям... Чёрт возьми, больно. Так. Таблетос. Юзаем. Хорошо. Ну чё? Кому еще? Кто еще хочет комиссарского тела? Так, чтоб самое главное сзади не подкрались. Тебе что надо? Пошла. Пошла прочь. Пошел. Пошел. Ох, промазал. Да я не специально промазал. Ох, выносливости нету. Это плохо. Водички. Водички. Как-то я вообще даже бегать-то толком не могу. Так. Немножко отступаем. Немножко лечимся. Это хорошо. Так, убиваем сначала вот это. Потом, чтобы на медсестру проверить. На наличие антибиотиков и всего остального. Витаминки, блин. Черт возьми, у меня некуда складывать все это говно. Да что ты? Получи фашист-гранату. Да что-то у них через голову прям пролетает стрела. Отступаем. Есть. Загнулась. Не беси меня. Вы все должны... лежать. Команда была стоять. Так, сзади чисто. Или нет, не чисто. Там кто-то есть еще. Ну, есть. Есть. Бинч. Оба-на. Оба-на. Так. Фара, я думаю, мне не нужна. На тебе, мужик, фару. Оденем. Ветерок. Так, у тебя что есть? Ни хрена у тебя нету. У тебя что есть? Травка. Это хорошо. Тем более такая, которая у нас уже есть. Ну, тебя-то как чекнуть? Ну. Хорошо. Хорошо. Ладно, здесь мы вроде более-менее отмахались. Так, вот этого надо еще прибить, чтобы он здесь не ходил, не сверкал. Ну-ка. Оп. Поймал. Оп. Чингачкук, большой брат. На. Черная рубашка. Она взамен той оденется, да? Ну, этот какой-то толстовочка. Insulation плюс 8, защита. Огонь, радиация. Прочность. Плюс 1 градус Цельсия. Хм. Ладно, это дело скрапаем. Не будем особо разглядывать. Он, кстати, у меня опять перегрев идет.
Не нравится мне эта локация, но, по крайней мере, здесь мы будем пережидать первую орду. В этом вот городишке. Сладенькая моя, дай мне... Да что-то у тебя через голову-то стрелы пролетают. Дай мне антибиотиков. Сладенькая моя, ну. Коза драная. Так. Надо вот это дело забрать. Наготовим сока юки. Так, и уже у меня перьев. Перьев килограмм. Ну вот яйца по-любому мне не нужны будут. Так, юка, 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 где ты? Пьем. Здравствуйте. Блин, не видно. Вот из лука прям стрельба такая какая-то. Не очень. Пью, пью. Мазло. Пью, мазло. Пью, попал. Добиваем. Сожрем, нет? Да, давайте сожрем. Ну, все, да? Кто-то где-то топает. А, вон еще один толстый. Толстый. Принес что? Патроны? Оружие? Медикаменты, нет? Подлюка. Жратву принес. Так, лэмп рацион. Это, конечно, хорошо, но... Нет, ничего не надо. Хотя... Хотя вот это я заберу. За место пустых банок. Хорошо, погнали. Итак. Остается самое вкусное. Теперь надо нам залутаться и где-то шмот весь выложить. Так, вот стулья эти сразу поднимем, чтобы они нам не мешались. Бочка с бензином, которая нам уже не влазит. Кто там? Бедняга. Надо бить, чтобы не мучился. Жить, мимо. Бух. Пойдет. Шо? Жалко, витаминки не залутали, да? Это плохо. Это плохо. Дверь закрыта. Пустите. Пустите. Тетенька, дайте попить, а то так кушать хочется, что переночевать негде, да? Так, паутина какая-то. Так. Угу. У нас вот сюда дверь еще есть. И тут наверх... Unlock it. Открыто. Пожалуйста, заходите. Так, фонарик, сумочки. Что есть? Что прячем? Хм. Hunting rifle pads. Хавка. Хавку забираем. Дубинка. Давайте мы, наверное, вот так сделаем. Синенькие запчасти, кстати, прикольно, да, уже? Так, скрэп. Синенькие запчасти, это прикольно для охотничьей винтовки. Мы же сейчас пойдем в этот, в магазин, собственно. Закрыто здесь. Сейчас пойдем в магазин и станем умными-умными. Прям аж... умный, как утка. Так, что здесь? Ой, здесь еще ящики. Классно. Ну-ка. Угу. 20 раз. Если так же будет в библиотеке, то, мне кажется... Так, мужик, что есть? Патроны, стрелы. Такие стрелы мне не надо пока что. Ну, вернее, в таком количестве. Так, вот это. Рецепты. Юка джус. Крафтим. Кстати, по поводу спальника, да, ребят? Что-то я и забыл. Ну-ка. По поводу спальника. А то ведь... Вот так вот. А то ведь хлопнут и не спросят, как звали. Здесь мы можем отступить, если что, на второй этаж, да? Здесь дверь у нас немножко закрыта. Все хорошо. Со стульев будет, нет? Дерево. Дерево. 6 дерева. Прикольно. Так, здесь дверь. Ну, давайте, наверное, вот здесь какую-нибудь дверь сделаем. Door. Secure. Вот door. Пойдет. Вон там уже идут желающие. Так. Так, у меня перегрев второй стадии уже. Алло. Мы так не договаривались. Так. Юка поможет мне, нет? Пьем. Так, а что у меня такого жаркого надето? Давайте вот эту вот футболку скинем. Может, штаны скинуть, я не знаю. В трусах бегать здесь. Пугать зомбарей.
Без трусов. Вообще. Привет. Такой подбегаешь. Просто надо голышом и в плаще. Подбегаешь, такой плащ распахиваешь. Такой, привет. И они в ужасе такие. Так, Iron Boots. Читаем. Это хорошо. Еще читаем. Armor missing у нас. Так. О, я вообще ходить не могу. Юка джус. Пьем. Ну это вообще как-то грустно, ребята. Какое-то убежище мне надо найти. Нифига, она там развлекается. Смотрите, дико. Ты чё, бабища? Поймала? Нет? Не поймала? Ей же достаточно было. Достаточно одной таблетки. Ну-ка, стой. И раком кверху, да? Сказано бабы. Так. Что у нас здесь есть хорошего? Давайте сначала вот это залутаем. Так, вот это вот скрапаем. Да что ж ты, бедный, весь остонался? Ага, охлаждение нормально пошло. Стадия 1 у нас теперь. Так, давайте место освободим. Здесь нычку сделаем. Патроны нам пока не надо. Вот это нам пока не надо. Кожа тем более пока не надо. Что еще? Излишки перьев нет, оставим. Из перьев будем крафтить всякую фигню. Так, ножик, наверное, нам не нужен. Что, вода нужна. Вот изолента по-любому не нужна. Еще патроны. Пойдет. Что еще? Юка джус нужен. Вот эта баночка пока нам не нужна. Теперь мы в костер засунем потом. Что еще? Ойл. Поскольку стакаются? Не показывает, поскольку стакаются. Итак. Ой. Ну-ка подними. Пойдем. Да чтоб тебя. Наследие арка. Привык на ку оружие прятать, да? Давайте, будем учить. Бумажки. Бумажки. Пусто. О, да. Hunting Rifle. Берем. У нас, кстати, есть запчасти на Hunting Rifle. Кстати, помните? Синенькая. Синенькая, синенькая. Так. Hunting Knife. Пойдет. А книжка будет повышать... Что будет повышать? Крафт оружие. Нормально. Еще Hunting Knife. Прекрасно. Давай. Убить несколько копов. А может быть, имеет смысл вот такие штуки использовать перед ордой? Знаете, там... Убить 10 копов, например, задание, да? Или там 5 копов. Ну, вот этих полицейских там. Орда идет... О, дробашек пойдет. Заюзали. И они сами прибегают. И вообще ноль вопросов. Так, бумажки. Так, это что такое? 586, корзиночка. Хм. Прикольно. А нафига столько бумаги? Так, о, дробашек длинноствольный. Прям я ощущаю, как по моим... О, молоточки. Класс. Прям как у меня мозг начинает работать. IQ просто растет ежеминутно, я бы даже сказал. Представляете, раз и научился делать дробовик. Раз и научился делать охотничье ружье. Это же фантастика. Оба-на. Мини-байк. Пойдет. Это нам надо. Варум-варум. Да-да. Новый рецепт. Седло мини-байка, хендлбарс. Ну, в общем, все, что надо для полного счастья. Сделаем себе тыр-тыр-тыр. И будем на нем гонять.
Так, Scavenging level 16. О, смотрите, в воздухе висит. Магия. Магия. А кто-то здесь не слабо так пораздавал, да? Смотрите, стены-то какие порушенные. А здесь ящик один сломали, уроды. Здесь висел ящик, там по-любому какой-нибудь очень нужный шкаф был с очень нужным рецептом. Бумажек. Миллион. Эк, чё по хавке? Чё по хавке, чё по пиву? Ну, пиво есть, конечно, но мне оно... Водичка. Водичка. Пусто. Пусто. Банки пустые. Так. Где что у нас? Wellness минус один. Да ладно. Блин, пить хочу. Надо установить это опять мод. Если, ребята, кто знает, на вот эту версию... Кто-то мне писал, давал ссылку, я начал про это говорить и забыл. Если кто знает, дайте, пожалуйста, ссылочку, чтобы сразу показывало, вот как было вот в 13-й альфе, да? Это было бы прям очень приятно. Так, водичкой догоняемся. Так, есть. Чё по хавке? Жрём. Ну? Всё, что ли? 100%? Точно. Так. Это берём. Фонарик выключим. Каску, кстати, вот прям сделали. Вот каска мне сейчас очень нравится. Хорошо прям работает. Здесь есть интересно. Mining Tools. It's now level 7. Хорошо. Сейчас еще сейф вскроем. Найдем там базуку. 106. А у нас, по-моему, чуть-чуть получше, да? 120. Прикольно. Надо, наверное, может запас взять. Как вы считаете? Нет, скрапнем. Так, хорошо. Ну, блин, 2500 это серьезно. Ну, с другой стороны, неплохо тогда идет. Сейчас мы его разбираем. Любуемся, как обычно, на какой-нибудь говнище, которое там лежит. Там пара запчастей серенького цвета для пистолета. Или еще что-нибудь такое будет. Очень давно не находил оружие целого в сейфах. Прям даже не понимаю, что с ним случилось. Так, давайте, пока выносливость у нас восстанавливается, мы, наверное, лук починим. Был 124, стал 119. Ну, нормально, нормально. В принципе, нормально. Пойдет. Ресивер говнянский. Скрапаем. И бумаги просто вагон. Так, пошлите. Что здесь у нас, по-моему, толчок? Да? Я прав? Пустите. Construction Tools. 29 уровень, ребята. Это классно. Медицина. О, да. Сможем делать большие аптечки. Это выкидываем. Еще разочек. Наука теперь. Уровень 2. Какие-нибудь толчковые пистолеты, нет? Ну давай, вот здесь толчковый пистолет. Черный пистолет. Где? У меня такая штука есть. Так, ладно. Ладно, с этим разобрались, вроде бы все залутали. Прикольно. Так, что здесь мы оставляли? Что-нибудь полезное, что-нибудь хорошее. Фонарь мы сейчас установим. Патроны, ну я даже не знаю. Давайте вот бумагу сюда. Да, действительно, вот бумага мне пока нафиг не нужна. Так, хорошо. Что еще? Ну и в принципе все, да? На этом. Так, нет, не все.
Вот это мы можем скрапнуть, вот это мы можем скрапнуть. И забрать, например, вот это. Что еще можем сделать? Например, банки пустые. Да, вот эту херню тоже выкинем. Окей. Все, погнали. Погнали наших городских. Что у нас здесь? Дверь закрываем. Время 20:33. Скоро будет ночь. Это будет грустно. Поэтому мы стандартно пути отступления. Так, здесь залезут, наверное, да? Поэтому давайте здесь снесем нафиг. Вот это вот снесем все. И будет нам счастье. Интересно. Конструкция получается. Плохо то, что он там до сумочки смогут добраться и ее изничтожить. Ладно, сейчас мы что-нибудь придумаем. Так, где у меня сено? Вот так, вот так. Это поднимаем. Отлично. Мы уже будем уверены в своей безопасности практически. Вот здесь было неплохо бы дверь еще поставить, да, и вот окна бы тоже бы как-то... Так, 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 так. Wood frame. Хорошо. Сколько у нас окон? О, окон-то много, блин. Так, раз, два. Три, четыре. Пять, шесть. Семь, восемь. Две сделали, да? Еще шесть надо. Шесть крафтим. Дерева вроде бы пока что хватает. Дерева пока что хватает. Так, вот это вот выносим. Здесь мы будем любоваться пейзажами. Сначала хотел сверху закрыть. Ну, вот эти вот штуки. Оставить дырки. Потом думаю, нет. Нам уже нужно будет смотреть на происходящее, что там происходит у нас снаружи. Так, давайте вот это вот выносим все. Давай, 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 давай. Работать. Работать, негры. 21:35, уже практически ночь. Он курица, видали? Смотрите. Он курица. В дом ломится. Так, хорошо. Вот это, кстати, тоже... Я думал, металлические как-то будут спасать, защищать. Но смотрите, как они... Легко ломаются. Прям вообще не гламурно ни разу. Так, хорошо, мужчина. Пустой. Ты мне не нравишься здесь. Твое соседство я никак-то не очень люблю. Кровать нам тоже бесполезна. Будет только мешать к окну подойти. О, каркас еще. Готово. Так, что у нас по вудфреймам? Погнали. Мы же будем здесь орду встречать, поэтому имеет смысл прям уже начинать укрепляться как-то, да? О, ночь наступила. Во. О, еще можно же лучше, да? Вот, отлично. Попробуй сломай, называется. Ну, по крайней мере, у нас будет время починить, если что. Так, готово здесь. Давайте пока вот так поставим, чтобы никакие пауки могут же прибежать, эти товарищи, которые по стенам ползают. И чтобы они не залезли, мы, соответственно, здесь вот так вот это все сделаем. Ну, а вообще укрепляем для того, чтобы... Может, эти полицаи придут, плеваться будут потом, когда орда придет, да? Ну, чем крепче, тем лучше. Хуже уж точно не будет. Так, включаем фонарь. Смотрите, как каска светит. Вот прям вообще идеально. Идеально. Ну, Construction Tools 31 уже. Отлично. Ага, и вот здесь вот еще. Вот здесь еще улучшаем. И на этом у нас, в принципе, убежище наше подготовлено. И, кстати, смотрите, ребята, поменяли, да? А раньше было улучшение, стоило 10 скрэп металла.
Сейчас это все стоит 4 скреп-металла. Всего лишь 4 скреп-металла. Так что улучшай не хочу, что называется. Крафт. Есть, есть. Что, здесь пройдемся немножечко улучшим, да? Жалко, что металл пока что плавить не можем. Но это дело такое, наживное. Вот. Вот. Пойдет. Нормально. Здесь не знаю, оставить, не оставить окно. В принципе, можно и здесь окно оставить. Все, 23.05. Сейчас эти говнюки будут бегать. Орать под окнами. А у нас растущая луна. Вудфрейм еще парочку. Пожалуйста, мне. Выдайте. Спасибо. Есть. Вот такой вот домик у нас получится. Цемент нужен, чтобы следующее улучшение было. И он превратится, наверное, в бетонный блок, да? Так, ладно. Здесь как-то странно все так построено. Странно все так построено, но... Ну да ладно, пес с ними. Давайте дверь еще поставим, чтобы последняя линия обороны, так сказать. Давай. Вот так вот. Готово. И было бы неплохо как-то нам... Подождите, а где я бью-то? Я, наверное, неправильно бью. Давайте вот здесь починим. А вот здесь вот дырдочку прокозявим. Интересно, там еще что-то. Там еще слой дерева. Так, хорошо. Становится интересным. Лестница. Только одна, что ли? Раньше по три делались. Раз, два, три. Полезли. О, нифига, 1000 прочность. Это что за блок такой? Ну, мне просто интересно, жутко. Так. Еще 3 закажем. Пока сюда дело. Мы уже... StoneX. Давай. 254 топорики. Класс. И у нас выносливость и здоровье до 90 упали. А смотрите, кстати, да, свеженьким топориком-то проносит-то вообще прям легко. Так. Что там, еще один слой? Да ладно. Ну, мы же упертые парни. Давай. Че это там от нас прячет? В несколько слоев. Ну-ка. Понятно, что там тупо выход на крышу. Но посидим, посмотрим. Все-таки на свежем воздухе в пустыне ночью. И там металл. Ладно, у нас есть кирка. Давай. Так, нормально. Еще лестница. Давай, нам две лестницы. Есть. Есть. О! О! Пойдет. Здесь почему такое безобразие? Я не понял. Прикольно. Так, ладно.
Смотрите, прям безобразие какое. А хотя нам не фиолетово ли, какие здесь дырки. Ну, в общем и целом, это как бы прикольно, да, ребят? Смотрите, у нас теперь появился выход на крышу. Здесь у нас позиция для стрельбы такая неплохая будет, да? Можно сидеть, отстреливаться и все такое. Кстати, ну-ка. Где тут? Центр. Блин, центр. Центра нет. Светит же, да? Вот так с прожектором, вот так без. Вот так с прожектором. Его бы пониже поставить. Да ладно. Ну-ка. Хватит выкидывать шмотки всякие. Так, 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 так. Где? Берем. И лепим его. А здесь у нас, кстати, закрытая стена. Да, вот так поставим, пускай в окно светит. Нормально, потом сюда в окно поставим, потом здесь дырку пробьем, поставим в окно. Будет во все стороны. Еще бы какие-нибудь автоматические... Да что ты вот постоянно меня смущаешь здесь. Потом какие-нибудь... Брякаем, ходим, палимся. Какие-нибудь автоматические турели, и будет вообще просто замечательно, да, ребята? Все, в принципе, на этом мы серию заканчиваем. Укрепились. Нормально так все сделали. Теперь нам нужен еще... Ну, давайте парочку ящиков. Вот, прям вообще все-все заканчиваем. Вот так. Вот так. И вот так. Level up! Ты теперь уровень 10 и имеешь сколько-то там очков для того, чтобы их потратить. Это хорошо. Так, выкладываем патроны. Чинилки. Вот это для мини-байка всякая фигня. Еще у нас есть немножко хавки. Мед оставим. Это как средство такое. Для того, чтобы мы совсем не загнулись. Юку оставим, воду оставим. Излишки воды. Давайте пока что. А вот к хавке как раз уберем. Так, бумажка одна нахрен не нужна. Вот это пока что нам тоже не надо. Перья запасятся такой. Ну, их к патронам будем крафтить стрелы. Ножик. Оружие практически холодное. Ойл вот этот нам не надо. Трубочки, дерево, тряпочки. Кожа пока что нам тоже не нужна. Камни нужны. Сено мы периодически пользуемся. Вот эта вот фигня тоже пока что не нужна. А, кстати. Как не нужна? Нам нужна campfire. Campfire. Ну-ка. Это что за... Во, во, было? Было? Нет, не хочет. Ну ты ж... Не хочет ставиться. Ну ладно. Мы же не ищем легких людей. Хм. Интересно. Интересно, девки пляшут по 4 штуки в ряд. Вот. Вот так вот. Ну и в принципе все у нас получается. Домик такой облагороженный прям. Вот. Отлично. Вот, отлично. Так, вот эта фигня. Скрэп. И... Что это? Вот это фигня. Отлично. Все, смотрите. Красота, ребята. Все, фонарь выключаем. Хм. Класс, ребята. Потом факелов наделаем, еще какое-нибудь освещение придумаем. Ну, в общем, на этом все. Уже ночь практически закончилась. Продолжим с вами в следующей серии. А на этом я с вами буду прощаться. Увидимся. С вами был Серега. Всем счастливо. Всем пока-пока.